Снова всем welcome, это снова я. Сегодня у нас хороший солнечный денек, самое время покататься на велосипеде. Итак, немного расскажу про то, как же я все-таки попал в Японию, то есть мою историю, из чего все начиналось. Изначально, конечно, я вообще не думал про то, чтобы поехать куда-нибудь за границу работать. А учился в универе, как все нормальные студенты. Вот. По окончанию универа, то есть я уже имел работу в России. Работал я программистом по 1С, по всяким там веб-программированию, PHP и тому подобное. Вот. После нескольких лет я немного, то есть, подумал и решил, что что-то меня как-то не устраивает данная зарплата. В моем городе, вот конкретно в Тольятти, да, на тот момент зарплата была в среднем где-то так 12-15 тысяч рублей. Это очень мало, особенно для студента, который только что окончил, скажем так, институт и хочет побольше заработать денег, а возможности нет просто. Ничего не купить себе особо. Поэтому как бы я искал возможность где-нибудь подзаработать. Начал я подзарабатывать фрилансом. Ездил в разные, то есть как бы рекрутинговые конторы в нашем городе. Вот, работал я там по контракту, грубо говоря, несколько раз там где-то какой-то сайт сделать, где-то какой-то там, программку написать там на C, на C++. Так по мелочи где-то подрабатывал. То есть, как бы колымах, в принципе, на какие-то там нужды хватало, но не сказать, чтобы это было прям много. Вот. После того, как я поработал на многих фирмах, на многих заводах, то есть я был и системным администратором, и инженером-электронщиком, и по видеонаблюдению, по системам безопасности также я занимался установкой. То есть как бы там на одном заводе так вообще там сразу три должности, грубо говоря, выполнял. Это системный администратор, потом, значит, по 1С, в общем, программист. Вот, и этот, как его, телефонист, значит, электронщик. И также в том числе и в системе безопасности с видеокамеры. То есть мы там прокладывали кабеля для видеокамер в мороз, там в минус 20-30, там на этих самых, на таких, как это, подъемниках. Там новые корпуса строились, вот мы туда как бы это все прокладывали. Очень такая неблагодарная работа. И платили всего за эти все 3, даже 4 должности, порядка так 18 тысяч рублей. То есть это очень мало, учитывая то, что наш город, вот Тольятти, он по ценам не выше, точнее сказать, не ниже, чем в Москве, а то иногда и некоторые цены выше. Поэтому, работая в таких конторах, получая зарплату примерно 18 тысяч рублей, грубо говоря, этого хватало там вот где-то заплатить за квартиру, чуть-чуть там на еду, там на какие-то там одежку. И так по мелочи что-нибудь купить там. Вот. Очень трудно, конечно, было копить. Вот. Но слава богу, что там, как говорится, много знакомых, друзей. Там колымы были постоянно. И я мог себе нормально подзаработать. Вот. То есть, и примерно с 2008 года еще даже, где-то 2008 года я уже начал копить себе. Ну, потихонечку там каждый месяц докладывать себе немного там средств на то, чтобы куда-нибудь поехать там, заработать. Вот. Сначала изначально я продумал куда-нибудь в Германию, ну, в Европу или там какие-нибудь такие страны. Но, как оказалось, в Германии там нафиг никому не нужен. Не нужны такие, как я. И там их так, и так полно. Вот. Помимо этого, еще надо, чтобы работать там, нужно обязательно немецкое образование. То есть немецкий универ закончить. Вот, потому что с нашими, с российскими дипломами, как мне сказали, что найти работу очень трудно. А если и найдешь, то будет малооплачиваемо. Вот. Ну, я в итоге как бы посчитал. И вышло так, что чтобы окончить, значит, сначала языковую школу немецкого языка, это нужно минимум 2 года. Плюс еще 3 года в универе. Итого только после 5 лет я смогу нормально, ну, начать зарабатывать. А до 5 лет, вот эти 5 лет точнее, я буду перебиваться такими мелкими заработками. И это было очень невыгодно. Вот. Я решил, думаю, нет, ну, такой вариант меня не устраивает. Поэтому я стал искать, какие же страны еще в мире, скажем так, специализируются на развитии высоких технологий, разных программ и тому подобного. То есть, ну, Америку я, в принципе, сразу как бы исключил из этого списка, потому как таких, как я, там и так навалом. И со знанием английского языка, и вообще как бы там своих этих программистов дофига. Вот. И тут я посмотрел, вроде как в Японии, тоже одна из мировых стран по высоким технологиям, где поддерживается достаточно много, скажем так, компаний, которые разрабатывают эти разные софт, программки для телефонов, даты, ну, базы данных, big data там, также и веб-сайты там требуются разработчики. И по сайтам, и по отзывам я посмотрел, что да, действительно в Японии как бы очень много вакансий в сфере IT-технологий. Я решил готовиться ехать туда, в Японию. Значит, я начал копить. Примерно за 4 года я поднакопил свой первый, скажем так вот, взнос. И немного денег осталось на жилье. Вот. Ну, там немного еще помогли родители. В итоге пришлось, как говорится, ехать в Японию в 2012 году. Ну, когда более-менее я уже все это, как говорится, собрался, поднакопил, все разузнал, оформил документы, все подал. Меня там приняли. Школу саму, школу японского языка. Вот. Параллельно этому я подрабатывал еще фрилансом. Вот, и поехал в Японию, как говорится, не зная там вообще никого, ничего. Вот. То есть полностью, как говорится, в неизвестность. Конечно, все зависит от человека и от того, сможет ли он там ужиться или нет с людьми. Вот, но ну, как бы не привыкать, вот, как говорится, ко всему можно привыкнуть в любом случае. Ну, вот мы поехал я, значит, в Японию. Первые 2 месяца я жил на съемной квартире от Гакуру. Конечно, она стоила дорого, но это ничего страшного, в принципе. Через 2 месяца мы скооперировались с друзьями и поехали, сняли недалеко от школы квартиру.